Like a Hellcat. Да, я давно меня не было. Тут пришел записать бой. Какой-нибудь. Поиграл я, в общем, против 16 ранга. Хотя я не знал, что это так, так как у меня према не было на тот момент. Ну и сейчас нет. Играю, как обычно, по ПВП на синих. Не голжу. С развертки. Очень редко, если прям вижу, что оппонент наглеет, тогда может быть. Так, стандартное развитие. Хотел забежать на холм. Здесь я немного удивился, когда увидел его пехоту. Сразу на развертке ставлю вышку, чтобы он меня не зарашил. Ну, собираем по возможности. Пехота у него, как видим, крепкая. Фуловая, 100% по броне. Слушай, собрал всего 4 ящика. Апнул второй штаб. Выходим в море. Думаю, хотя бы на море отыграться, но... Так, не хватало мне электро. На CS-ку снес себе казарму. Так, синее производство. Здесь тем временем пытаемся флаги захватывать. Разведка вечная. Здесь я удивился, когда в центре карты уже дельта плавает. Думал, ну нормально, он так на голде. Но я не расстроился. Играл на мужика. Так, здесь разбиваемся. Сделал еще один кайман. Не хотел ставить себе торпедку, слишком дорого. На случай нападения. Ну, чтобы задержать его. Тут он решил разведать. 3-1. Отвожу раненого каймана. Ну, немного не пошло. Но в итоге убиваем дельту. Развиваемся, делаем кречетов. Тут разведка. Койота выбивает меня. Ну ничего. Так. Делаем кречетов. Койота в центр, чтобы флаг забрать. Я думал, пехотой получится, но я поверил в свою непрокачанную пехоту. Забираем флаг, чтобы ресурсы давал. Так, летаем кречетом, делаем разведку, он только выходит третий. 5 CS, как-то слабовато для 16 ранга. Как бы бой... Не показатели там, что я скилл или еще, просто несколько вопросов как бы есть. Я потом покажу его статистику. Просто интересно, откуда у него медаль? За что? Не понимаю. Увидел я, что у него авиация не намечается. Делаю ягуара спокойно. Апнул завод до мамонтов. Разлаживаюсь. Решил принудительно пострелять. Так. Копим армию. Разведка небольшая. Тут опять бункер строят, казарму зачем-то улучшают. Бесполезно на самом деле. Разлаживаемся. По максимуму его давим. Так, мамонтами принудительно бьем, помогаем кречетами. Так, а техники, ну... На всякий случай одного дикобраза сделал. Мало ли там циклон будет, будет ГГ. Принудительно бьем по граду. Немного не хватило урона. Тут парень на голде херачит. Я это заметил и решил ему ответить. Включаем кречетов, ломаем бункер, бьем предположительное место, где мы видели града. Да, пока мы бились, я улучшил штаб до 4 уровня и решил уже делать хамелеона.
Да, Хамымба. Два завода Ягуаров. Один дикобразов на всякий случай. Ну, жмем его по возможности. На самом деле это бесперспективно. В итоге сворачиваем концы, идем в центр. Думал, с центра его задавить. Но после того, как я посмотрел, что здесь не такой уж и большой проем, да, для маневра, решил заехать с холма. Тут как-никак слепая зона. И ожидать такой атаки он явно не ожидал. Как мы видим, противник... Я вам покажу, там винреет, у него медаль, вроде сильный, да, все дела, ну, пассивный, это капец. Я ему после боя написал, что тут на голде играл, он говорит, да. В итоге я ему еще пишу, что ты слабенький. После чего получил ряд негативных сообщений, но ничего. Здесь только я увидел на радаре дельту, красным загорелась. Сразу же поднимаю кречеты. Здесь я нападаю на него, включаю хамелеона, кречеты не поднимаю, жду, пока высветятся грады. Так, поднимаем кречетов и бьем по граду. Слушай, кречеты чисто для того, чтобы загасить грады. Не знаю, в этом моменте играл он на голде или нет. Ну, урон проходит неплохой. Так, сливаем кречетов. Ну, они свою задачу выполнили. Я грады снес. Тут я уже думал, как бы все, противник сдался, но он как бы играет. Коплю здесь армию. Изначально разложил, думал, он нападет отсюда. Но ему было не до этого. Поставил точку сбора наверх. Тем самым поверил в себя. Здесь его тоже давлю. Ну, больше как отвлекающий отряд. Вау. Разлаживаюсь. Мамонта быстро сбривают. Подъезжаю ближе. Тем временем отсюда его бахаю. Ну, как бы здесь уже противник проиграл. Тут идет уже добитие. Он еще строит стенки, что-то пытается, но уже бесполезно. Не знаю, откуда у него такой винрейт с его стилем игры. Сносим его. Победа. Так, сейчас покажу его статистику. После боя, конечно, удивился, кого я убил. Так. Так. А, вот. Такой вот у нас персонаж. Медаль, Каминрейд. Вот это он забомбил мне. Ну, поставьте на паузу, почитайте, если интересно. После, спустя день, он мне ответил, мол, я красавчик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребят. Со временем, может, появятся видосы про Top Joy. Всем удачи. Всем пока.